А ручкой сделай воздушный поцелуй. Делай. Чмок, чмок. Сделай еще раз. Чмок, чмок. Всем. Да? Здорово. Пляшет котик возле печки, пляшет мышка возле норки, пляшет козочка на горке, пляшут рожки и хвосты. Что стоишь, пляши и ты. Топ-топ, топ-топ-топ, топ-топ. Доброе утро. Да? Ой. Мы продолжаем болеть, у меня болит горло. Да. А Игорька, он кашляет до сопля. Ой, Илюша в школу пошел. Вот она, красота называется. Да. О. Кто тут такой? Сколько у нас на работе? Да. А мы запилим вам влог. Мы с ним идем в поликлинику. Давай. Вот так. Сейчас выглядит аптечка Егора. Причем здесь еще должны быть не капли, а подходы никаких нет. Ну и... японский соплеотсос. Песенки, сейчас будем кушать блинчики. Блинчики готовит мама, потому что мама проснулась раньше всех. Вот, и уже у плиты, когда мы встали, она уже готовила. Поэтому смысла пока готовить сейчас что-то еще нету. Мы попозже пойдем в магазин, будем готовить обед. Трубочку у меня. Егор теперь пьет сок сам, наконец-то. Через трубочку научился. Причем, кстати, научился он благодаря поильнику. Сейчас покажу. Вот такой обычный, он стоил в районе 300 рублей, что ли. 360, ну не очень дорого. У него такая трубочка толстая. Вначале у него не получилось, он по-обычному стал пить, а потом раз-раз и все. Что? Танцевать он хочет, танцевать. Иди-ка, пойдем. Так, Оленька, иди сюда. Сейчас, секунду, скажи. Оба! Оба, вот так. Он любит вместе танцевать. Довольный. И зубами скрежет, главное. Давай. Пойдем? Будем танцевать? Будем пшик-пшик делать. Мне, кстати, очень нравится там Верда. Где твоя любимая, да? Вот это? Ой, вкусно, да? Любовь. Сейчас открою, смотрите. Ладно, будем делать все процедуры.
где небо, небо, покажи. Егор. Там. Там. Вот там. Вот, да, вот, там, да. Молодец. Молодец. Егор, ну камеру достал и сразу такой. Поесть охота, поесть охота. Такой. Сюда любимая машина будет. Что значит быть мамой? Бардак по комнате. Да? У нас там пирожочек лежит. Тесто любит. Танцуем. Рисуем. Мы сняли перегородку, убрали ее туда наверх, вот раз, чтобы иголки было полка для игр. Также поставили защелки. Единственное, у нас мало мы взяли, нужно еще одну на этот ящик. Вот, тут у нас тоже, видите, все закрыто. Также купили новый шкаф. Вот. Он у нас такой же типа, как и это, все в одном стиле. Единственное, мы тут боковую сделали. Здесь у меня рюкзак, рюкзак лежит. Здесь его джинсы, шорты. Вот. Здесь уже всякая первая необходимость вещи. Это там присыпка, крема, зубная паста, его палочки ушные, аптечка. Дальше уже боксы идут. Здесь у нас идет всякая химия, это расческа. Кстати, вот эту палетку я хочу сделать обзор на нее с макияжем. Попробую. Купила и покупали ее в аэропорту. Как раз когда возвращались уже в Москву из Абу-Даби. Даже, по-моему, ценник остался. Да. А, нет, вру. Это в Таиланде, это в Бангкоке. Почти 5000 рублей стоило. Здесь парфюм. Тут крема. Тут дальше у нас кубы, это внизу, которые раньше стояли у меня на пеленальном столике. И здесь кубы дополнительные, там пока книжки и колготки Егоркина. Скоро ухо иногда побаливает, приходится раньше капать от тофу. Это что-то вроде как антипакс, только там вход, по-моему, антибиотик. Вот. И он дает такой оранжевый цвет противный, который фиг ототрешь, поэтому приходится иногда ходить с оранжевым ухом. Ой, что там? Егор ко мне трется. Вот. Кошмар. Но зато он более-менее помогает. У меня за сколько, за 5 дней, что ли, все прошло? Последний раз ходила, уже было все нормально. Но все равно, когда мою голову, если вода попадает, я просто шуха и закапываю. Потому что мне хватило один раз этой адской боли. Сейчас стараюсь аккуратнее. Я уже хожу в шапке. Блин, раньше когда-то фиг заставишь одеть шапку. Раньше, наверное, начало зимы, а сейчас уже все сразу. Егор! Он еще творится, он берет, встает туда и подходит к этой полке. Мы хотим ее продать. В общем, мы уже выставили ее на Авито. Да. Хотим продать ее и купить комод туда. И поставить на комод уже телевизор, чтобы Егор не мог до него дотянуться. Да, давай. Его. Да, молодец. Давай полезем. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ну ты пой давай. Давай споем. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ой, люблю. Тихо. Люблю. Ой. Аккуратно. Все. Ой. Аккуратно. Осторожно, свалится.
Осторожно. Са, люблю. Неугомонный. Ко мне. Нет в ручку. Ничего, да. Надо дать, дать. Егор, а фу, пахнет. Фу. Фу, пахнет. А ничего в ручках? Ничего. Дать? Да. Ты скажи, куда залезла-то? Ну-ка скажи, уходи, да? Вылезай давай, кись. Ну, кись, скажи, ну вылезай. Ой, смотри. Спряталась. Ку-ку. Еще? Смотри. Кошка полез. Оп. Кто там? Сейчас сам выпрыгнет, да? Киса. Кис, давай, вылезай тоже. Я понимаю, здесь уютно, но здесь детская. Давай. Гоу-гоу-гоу. Бегом. Давай-давай. Все. Кстати, купили тумбу. Единственное, у нас теперь здесь промежуток, мы пока не знаем, что заставить. Но он, по крайней мере, телевизор не может трогать, это уже хорошо. Но остались стопоры еще на ящике. А так ничего. А, и, кстати, ну, переложили все оттуда. Здесь у нас теперь сконцентрируется внизу. Короче, коробка, ящик такой детский. Сейчас темно на колесиках. Там в машинке теперь. Да? Киса, скажи, нельзя в шкаф лазить. Какая у тебя тачка, да, классная. Классная тачка. Скажи, киса, давай иди гуляй. Иди гуляй. Иди, иди. Да, иди, пока-пока.